Так, друзья, мы продолжаем изучать. И на этот раз способ 11, карточки. Какой язык у нас португальский? Dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, уже засыпаю, но поэтому сон. Ойту, нове, деж, унзи, унзи. Ну и сами придумайте песенку. Как использовать карточки? Просто пишем пример, а сзади ответ. И давайте все-таки вспомним португальский, да? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Можете свою песенку придумать. У меня не хватает пока душевных сил. До скорых встреч.